Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto E22. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер, которым пользуемся. В моем случае Chrome. Нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и нажимаем «История». Здесь мы нажимаем «Очистить историю», выбираем временной диапазон, за который хотим очистить историю, а также что именно мы хотим удалить, после чего нажимаем «Удалить данные». И таким образом история удаляется. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.